Финансовый кризис в 2018-м больно бьет по казахстанским банкам второго уровня. Один за другим они начинают разваливаться. У них просто не хватает активов. А между тем в организации вложены миллионы. И эти миллионы принадлежат простым гражданам. В самом начале ничего не понятно, банк закрывается, и люди осаждают отделение, пытаясь забрать свои сбережения. Народ успокаивают и объясняют, деньги застрахованы в фонде гарантирования депозитов, и скоро вкладчикам обязательно их вернут. Но возвращают не все. Лимит 10 миллионов в национальной валюте или 5 миллионов в пересчете на иностранных. Чуть позже с такой схемой казахстанцы свыкнутся. Нет, совершенно по барабану проблемы этого банка. Я доверила этому банку, они мне обещали, много чего обещали. Ну, где? Честно говоря, я в России сняла, 150 тысяч я сняла в России, да, там в банкомате. Но это было только 50 тысяч я могла снять и 50 тысяч я могла оттовариться, да. Но все это за полтора месяца, которые я была, все, что я смогла сделать. А теперь я хочу остальные деньги, ну, где они? Ну, дайте мне их.